Всем привет! Мы вас приветствуем с красивой эффектной девочкой Чихуахуа по кличке Пелагея. Пелагея – дочь Елисея, нашего гранд-чемпиона, и внучка Космоса. Это стандартная, крепкая девочка, воспитанная, успешно прошла актировку клуба, имеет татушечку в паху, полностью привита, чипирована, карантинчики пройдены. Девочка в поисках своей семьи. Стоимость крошки – 70 тысяч рублей. Вот такая вот ровненькая, очень достаточно правильная. Давай покажем, как ты умеешь на стоечке стоять. Вот такая вот красавица. Давай поставим тебя. С ровной спинкой, с красивой мордашкой. Вот такая вот очень красивая. Кстати, достаточно перспективная девочка. Документы скор. Вот такая вот достаточно широкая спинка, хорошие. Крепкие лапы, прекрасная голова, хвостик корректный, хорошая девчонка. В поисках своей любящей и ответственной семьи. Вот такое вот чудо Пелагея Елисеевна.